Привет, друзья! Вот и заканчивается 16-й год. Очень непростой год, но для меня он знаменателен тем, что в этом году мы с Ритой начали проект «Окситанию». И в 17-м году мы с Ритой надеемся порадовать наших слушателей этой большой работой, которую принимает очень много исполнителей. Хочу всем ценителям качества музыки пожелать в следующем году хорошего настроения, всяческих успехов, всегда, чтобы была удача. Ну и с Новым годом!